Всем добрый день! Сегодня мы с вами свяжем образец вот такого вот рисунка из журнала МОД ажурного. Для начала нужно набрать воздушные петли. Далее вяжем, ну здесь вот 19, я вот так вот просчитала. Воздушная петля подъема, и в обратную сторону уже первый ряд пошел столбик без накида. Следующие у нас ведут 3 воздушные петли, столбик с, 2 столбика с накидом через 2 в третью петлю основания, 2 вот в третью петлю основания нам нужно связать 2 столбика с накидом. Снова 3 воздушные петли, присоединяются они вот через 2 в третью петлю основания, ну, воздушную цепочку, третью воздушную петлю цепочки основания. 3 воздушные петли, столбик, 2 столбика с накидом через 2 в третью петлю цепочки. Снова 1, 2, 3 воздушные петли, присоединяются через 2 на 2, 3, 4, 1, 2, 2 столбика с накидом, 1, 2, 3, и вот у нас ряд закончился. Присоединяем столбиком без накида, дальше поднимаемся 3 воздушными петлями, поднялись на следующий ряд и начинаем, вяжем 2 воздушные петли, 2 воздушные петли, присоединяемся вот к верху и столбиком без накида, к верхушке столбиков без накида, к первому столбику присоединились, вяжем 2 воздушные петли, присоединяемся к второй верхушке рядом этого же столбика. Вот у нас получилось, что здесь вот немножечко маленькая арочка. А теперь нам нужно перейти вот к следующим столбиком. Для этого вяжем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Присоединяемся. 2 воздушные петли. И вяжем во вторую петельку. Вот. Снова 5 воздушных петель. 5 воздушных петель и следующую верхушечку столбика с накидом, 2 воздушные петли, присоединяемся в соседний столбик, 2 воздушные петли, это вот у нас кромочка получается уже, и столбик с накидом. Здесь мы ищем, где вот у нас был столбик с накидом. Мы присоединились. Столбик с накидом. Вот второй ряд готов. Далее. Третий ряд. Для подъема вяжем 3 воздушные петли. И 3 столбика с накидом в одну воздушную петельку. Здесь с краю. 1, 2, 3. Присоединяемся столбиком без накида вот именно вот сюда, где у нас вот маленькая арочка из 2 воздушных петель. Присоединились. Дальше вяжем 7 столбиков с накидом, с одним
мы их вяжем вот верхнюю часть. Вот находим здесь из 5 воздушных петель предыдущего ряда, вот, значит, 7 столбиков с накидом вяжем вот в одну. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Присоединяемся вот сюда. Далее снова 7 столбиков с накидом. 1, сюда вот из арочки, в центр арочки из воздушных петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Присоединяемся вот где арочка из 2 воздушных петелек. И в самый край нам нужно связать 4 столбика с одним накидом. Ищем здесь вот у нас 3 воздушные петли для подъема. И вот как раз в верхушечку нам нужно связать 4 столбика с одним накидом. 1, 2, 3, 4. Часть рисунка видно. Да. Четвертый ряд. Воздушная петля для подъема. 2 столбика без накида. 5 вяжем воздушных петель. 3, 4, 5. Присоединяем их. Вот верхнюю часть здесь нам нужно связать 3 столбика без накида. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. И снова 1, 2, 3 столбика без накида в эту верхнюю часть. 1, 2, 3, 4, 5. И снова переходим к следующему веерочку. Здесь у нас у крайнего, ну, с краю ряда нам нужно связать 2 столбика без накида. И переходим к следующему ряду. 1, 2, 3 воздушные петли, столбик с накидом сюда же вяжется. Дальше 1, 2, 3 воздушные петельки. Пятый ряд вот у нас идет 3 воздушные петельки, они присоединяются к центру из арочек, вот из воздушных петелек присоединили. Дальше 1, 2, 3 воздушные петли. Сейчас нам нужно связать 2 столбика с накидом вот
в среднюю петлю из столбиков без накида. Вот получается у нас вот сюда один столбик без накида, 2, 1, 2, 3 воздушные петли. Соединяемся к арочке из воздушных петель. 3, 2 столбика с накидом в центр из 3 столбиков без накида. Дальше 1, 2, 3 воздушные петли. 1, 2, 3 и заканчиваем 2 столбиками с накидом. Вот у нас следующий ряд, 7, 5, 6. Шестой ряд у нас следующий. Воздушная петля, 2 воздушные петли подъема. 3 воздушные петли подъема. И ну, 1 петля подъема, и получается вот у нас же здесь вот 2 столбика с накидом, мы над ним вяжем по 2 воздушные петельки. Следующие идут 5 воздушных петель, 1, 2, 3, 4, 5. У нас вот арочки из воздушных петель сейчас пойдут и будем присоединяться вот к столбикам. Теперь 2 воздушные петли и рядом столбик, верхушечку столбика. Снова 5 воздушных петель. 3, 4, 5. 1, 2. Надеюсь, видно нормально. 1, 2, 3, 4, 5. И присоединяемся вот в крайнее. Теперь у нас закончено 6 рядов и переходим к 7 ряду. Нам нужно связать воздушную петлю для подъема, столбик без накида, и сейчас нам нужно связать 7 столбиков с накидом вот в верхнюю петлю основания вот этой арочки, вот в центральную, сказать так. 1, 7 столбиков с накидом вяжем. Получается 1, 2, 3, 4, 5, 6. И 7. Вот пряжа у меня называется солнышко. Вот она как-то мохнатится. Видно, наверное, при вязании. Вот она вот, краешек нитки. Она не скрученная нить, поэтому цепляется. Присоединяем мы 7 столбиков с накидом вот сюда.
этой арочкой из двух воздушных петель предыдущего ряда. Снова 7 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Снова присоединяемся к следующей арочке из двух воздушных петель. Снова 7 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4. 6, 7. Все, закончили. Вот у нас такой рисунок получился. Всем спасибо за внимание. До новой встречи.